Нас больше 9000 человек. И мне хочется спеть Happy Birthday, так как, кажется, это единственная праздничная песня, которую я знаю. Но она не подходит, поэтому просто немного фанфаров и праздничной дуделки. Ребята, поздравляю! Нас реально стало уже более 9000 человек, и каждый день становится все больше и больше. Причем каждый последующий день больше, чем в предыдущий. Это мега круто. Спасибо вам за подписки, поддержку, живое общение в комментариях. И спасибо, конечно же, мне за то, что пилю видосики и не веду себя как урод. Ну, по крайней мере, пока. В прошлом подкасте мы разговаривали о будущем Ведьмака. Вы писали в комментариях свои пожелания и предложения по будущему контенту. И я вам в полной уверенности скажу, что все это будет. И моды, и каноничные, необычные, сложные билды. И все остальное, конечно же, тоже. Я даже буду заходить периодически в ту тему, чтобы вспоминать, чего я там вам наобещал, и сверяться со своим графиком. Так что, если есть еще идеи или пожелания, скидывайте туда. Но сегодня, в рамках подкаста, я хочу поделиться с вами планами и основными идеями канала на будущее. Не секрет, что мы имеем довольно узкую направленность на контент по Ведьмаку. И именно видео по нему привлекает больше всего зрителей. Многие только ради него и смотрят. Да, я и не против, мне нравится Ведьмак, я получаю кайф, когда делаю видео по нему. И пока у меня не закончатся идеи для видео, Ведьмак будет продолжать выходить. А идей у меня уж очень много. Но не только он, уж простите. Знаю, знаю. Но, во-первых, если делать Ведьмака часто, то идеи быстро закончатся. Это же не MMORPG, иногда я даже думаю, что к сожалению. Во-вторых, от него быстро можно устать и делать уже ничего не захочется. А в-третьих, чем чаще делаешь, тем быстрее замыливается глаз и видео становятся неинтересными. А одна из целей для меня — это не только выпускать видосики, но и постоянно улучшать свои навыки и пробовать что-то новое. А идеально для этого как раз подходят какие-нибудь другие ролики по другим играм. Хотя, признаюсь честно, сейчас каждое новое видео по Ведьмаку я жду не меньше вашего, разве что вижу его чуть раньше и в реальном времени. Короче, прошу вас потерпеть и весь остальной контент на канале, который, кстати, тоже нужно смотреть и откровенно высказываться о его качестве. Вместе мы пошатнем устои Ютуба! Ха-ха, шучу. До 10 тысяч подписчиков бы добраться. Кстати, о 10 тысячах. Это очень много людей и очень много комментариев. Не так много, как, например, при 20 тысячах подписчиков. И тем более не так много, как, например, при 100 тысячах. Но все равно это чертово море комментов. Но я продолжаю отвечать на все комментарии. Мне нравится с вами общаться и понимать из первых уст, что вам понравилось в видео, а что нет. Это один из непоколебимых принципов моего канала. Были случаи, когда вроде бы негативный комментарий на самом деле оказывался пожеланием и с идеей, которую я в итоге внедряю в свои видео. И мне помогло, и человек, оставивший комментарий, стал подписчиком. А если бы я сидел молча и обижался на якобы хейтеров, такого бы не было. И мне даже ничуть не надоедает комментарии с одинаковыми вопросами, по которым я даже заснял отдельное видео. Поэтому пишите, не стесняйтесь. В крайнем случае буду давать ссылки на видеоответы. Итак, в планах у нас обязательно Ведьмак. Планы на него до сих пор грандиозные, и этому был посвящен весь прошлый подкаст. А также разный игровой контент, включая первые взгляды, обзоры, ностальгии, благообзоры, топы и еще кучу всякого игрового и околоигрового контента для отдыха и на подумать. И, конечно же, живое общение в комментариях. В планах также стоит пунктик освоить стрим и иногда устраивать совместные забеги, например, в того же Ведьмака. А то вы видите только нарезку лучших моментов. Нехорошо, это нехорошо. Да и буду давать мастер-классы по билдам прямо в прямом эфире. Такие вот планы на ближайшее будущее. В завершении сегодняшнего подкаста я хочу поделиться с вами последними сплетнями и новостями. Во-первых, CD Projekt Red официально анонсировала The Witcher Wild Hunt Game of the Year Edition. Впрочем, те, кто смотрит мой канал постоянно, об этом уже давно знают. Но так вот, в него войдут сама игра и все выпущенные для нее дополнения, обновления, патчи. И даже вроде бы называют предположительную дату релиза, 26 августа. Хотя по последним данным, его вроде бы перенесли на 30-е. Также поговариваю, что в последней версии будет переработан баланс в соответствии с желаниями игроков. Что именно под этим подразумевается, я, к сожалению, не знаю, но надеюсь, что это касается как минимум увеличения сложности, а может быть даже появятся какие-нибудь спецрежимы. Так что ждем. Во-вторых, об отдельной игре про Гвинт.
Точная дата релиза пока неизвестна, но ЗПТ, намеченная на сентябрь, перенеслось на октябрь. Заявку я, конечно же, подал, посмотрим, пройду ли. Если что, то обо всех новостях о нем вы будете узнавать из моих первых уст. Третьей серьезной новости, к сожалению, нет. Но зато недавно одно из видео набрало более 1000 лайков. Первое, кстати, из всех. Даже уведомление об этом попало в личный кабинет. А за ним следом и еще несколько. А также мое первое нормальное видео с билдом, созданное еще до того, как я отправился на New Game Plus, набрало практически 50 тысяч просмотров. Уверен и надеюсь, что это только начало. А на этом все. По видео все пока идет по плану, уже знаю, что сказать о 10 правилах настоящего RPG-шника, осталось только смонтировать, и есть еще две важных околоигровых темы, которые я хочу с вами обсудить в ближайшее время. Ну и конечно же Ведьмак. Завтра, скорее всего, выйдет тестовый билд на максимальный урон, как и обещал. А потом займемся модами и остальными билдами. Еще раз всем спасибо за подписки, лайки, комменты и не только к этому видео. Ну а на этом все, а значит мы увидимся в следующем видео, и на этом пока, всем пока-пока!